«Рыбалка без границ». Этот фестиваль уже несколько лет проводит чувашская общественная организация «Свобода». Вместе порыбачить на берегу Волги и отдохнуть собрались те, чья жизнь порой проходит в стенах одной квартиры. Речь о людях с ограниченными возможностями здоровья. В гости к друзьям приехали жители Чувашии, Мариэл и Татарстана. Елена Панова с дочкой Лизой на фестиваль приехали впервые. Ни разу мы не были на подобных фестивалях. Вообще для себя открыли вот жизнь, скажем так, на коляске. Я приехала сюда, чтобы показать своему ребенку, что на коляске тоже есть жизнь. Что жизнь не просто, а активная жизнь. Что можем жить без границ. Мастер-классы, спортивные игры и творческие номера. Фестиваль давно перестал быть просто рыбалкой. Впрочем, без ароматной ухи не обошлось. Это очень важно, когда люди, разные люди, с разным социальным статусом, разными физическими особенностями, собираются в одном месте, и где они могут не просто рассказать о себе, а где они могут наравне со всеми петь, танцевать, передавать добро друг другу. У этой доброй истории есть свое начало. Когда-то организации подарили сертификат специализированного магазина. И все дружно решили, а почему бы не сделать рыбалку своим досугом? Все-таки лето должно проходить на Волге. Не должно быть разницы между людьми и возможностями. И физическое состояние никак не должно на это влиять. И все, слава богу, у нас все получается. И это подтверждает то, что мы на правильном пути. Активности этих людей можно только позавидовать. Энергия и горячее желание открыть для себя мир преодолевает все преграды. Кристина Чекменева, Борис Андреев, Бахтияр Велиев, Республика.